успешного завершения миссии «Байконур» и уничтожения ракет «ГЛА» задачей Соединенных Штатов является установление порядка на территориях, обескровленных войной. На борту американских кораблей находятся тонны провизии и лекарств, предназначенных для пострадавшего населения. Теперь, когда большинство лидеров «ГЛА» захвачено в плен или ликвидировано, террористы более не представляют собой серьезной угрозы. Тем не менее, США направил военный авианосец в поддержку войскам. Тем временем специальные подразделения продолжают поиск оружия массового поражения, принадлежавшего ГЛА. Авианосец схватили. Продолжайте огонь, ребята. ГЛА подтягивает подкрепление. Вас понял, авианосец. Увеличиваем плотность огня под оком. Аккуратнее там. Нам не нужно разносить все в плотной магии. Воздушная атака! Все доки чисты. Никаких ГЛА. Наш авианосец «Линкор» в вашем распоряжении на время проведения этой операции. Нашей задачей будет удержать их, пока не прибудут грузовики. Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение команд Висконкюрер Дженералс Their Hour, кампанию за США. Продолжаем устанавливать демократию, на сей раз у берегов Сомали. Мы все с вами знаем, как США устанавливают демократию, поэтому останавливаться на этом моменте подробнее не будем. Нам нужно защитить грузовики, которые прибывают в доки, а потом, по всей видимости, отстроить базу и разобраться с жилой в этом регионе окончательно. Постарайтесь свести потери среди гражданского населения к минимуму. Буду там. Окей. Миссию я помню довольно смутно. Давай-ка вперед. Но припоминаю, что она будет непростой. Достану, чего надо. Буду там. Для тех, кто не смотрел мою первую серию, прохожу я игру на максимальном уровне сложности. Поэтому всегда будет непросто. В нашем распоряжении целый имеется авианосец и корабли поддержки. Американская авиамощь. Как бы мы с вами ни относились к США, но это империя, которую стоит уважать. Государство, которое делает все для развитие своей экономики для своих граждан, по сути дела. Пускай их методы не всегда устраивают абсолютно всех. Что там у тебя? Первый грузовик прибыл. Авиация на связи. Нужно обезопасить склад, но не следует забывать и о безопасности доков. У нас тут гость. Спокойно, шеф! Бартон разобрался. Дойдем. Расстреливаем все, что видим пока что. Пока у нас есть возможность подходит это сделать. Подходит подкрепление, генерал. Примите поздравления, генерал. Вас повысили. Смотрим, какого съезда. 15 прибыл. Готов к действию. Искать и уничтожать. Давайте-ка сразу захватим. Здесь у нас есть вышка и ремонтный завод. Все это добро нам пригодится. В дальнейшем, конечно же. Мне все равно, во что стрелять. Чертовки, я хорош. Да-да, достану, чего надо. Вижу еще одну цель. Накидываем туда. Еще одна цель. Побережье. Отлично. Что там у тебя? Буду там.
Подходит подкрепление, генерал. Подразделение потеряно. Звоночек домой. Хватание реализовано. На службе страны. Я доберусь. Бартон не достает. К сожалению, сейчас он поможет. Да. Давай! Всегда готов! Тяжело ему здесь! Вот два пальца! Научись хорошим манерам! Давай-ка вперед! Готов к действию! Искать и уничтожать! Здесь есть снайпер, вот он нам нужен. Здание должно подойти. Спокойно, шеф! Спокойно, шеф! Если... Все будет открывайте. Хорошо! Отличный пробег! Нет, тебе побеспокойся. Мне все равно, во что стрелять. И так готов! Подходит подкрепление, генерал. Подбросить! Открываемся! Гранатомет! О, у нас здесь небольшие проблемки. Сейчас мы их решим. Бартон получает свою первую лычку. Но ему нужно минимум две, чтобы он мог, скажем так, восстанавливаться и лечиться. Прям на поле боя. О, еще снайперы. Их тоже сохраним обязательно, они еще пригодятся. Одного посадим вот сюда вот. Для отстрела вражеских самоубийц. К сожалению, я больше пока не вижу строений, которые могу обстреливать. Что... А, хотя нет, тут одно вижу. Подходит. Все, что мог, расстрелял. Генерал. Заранее. Остался еще один грузовик. И прибывают команчи. Хорошо. Команчи нам пригодятся для обороны. Воздушное перекрытие в пути. Ветеран на связи. Давай-ка вперед. Бартону нужно сохранить как можно дольше, чтобы он выжил. Хорошая работа. Все грузовики добрались до доков. Теперь сопроводите их в город. No problem. Контролируем проезд. Контролируем мост. Что там? А Бартон направляем вперед, чтобы он здесь контролировал город. Что касаемо Команчей. Команчи тоже в город пока что переместим. Пока грузовики перемещаются, прикроем их. Потом из города нужно будет срочно сваливать, потому что GLA начнут разворачивать, скорее всего, свою атаку. У них здесь есть база где-то вот в этих темных областях. Естественно, это еще не конец далеко. Многие подумали, ну что за фигня, миссия простецкая. Ну что-то оборонять грузовики, а ничего подобного. Основная жара еще впереди. Подразделение потеряно. Грузовики выдвинулись. Конечно. Идем. Лучшие войска. Все. Я под контролем. Подразделение потеряно. Сразу направляю одного рейнджера, чтобы он захватил нефтяную вышку. Удержать мы ее вряд ли сможем, но... Начинайте отстраивать вашу базу. Мало ли что. Так, грузовики вроде бы практически прибыли. Прибыл у нас бульдозер. И мы начинаем отстроить наши базы, наконец-то. Уже идем.
самые интересные события развернутся сейчас. Ближайшие... Люди этого города время. Очень признательны за гуманитарную помощь. Дроидов оставим здесь, как прикрытие. Около моста не вступит в бой, если только вражеские силы приблизятся к нашей базе. Подбросить! Медик где? Готов к битве, я здесь. Все в проекте всегда готов. Я на работе. Так, уничтожаем вот здесь вот стингеров. Уничтожаем здесь стингеров. И ставим беспилотник. В этом регионе. Вон тут сколько ловушек разнообразных. По городу перемещаться очень и очень опасно. Ваши танки могут быть просто уничтожены за секунду. А ресурсов здесь очень и очень мало. Только нефтяные вышки и один док снабжения. Зон сброса, по-моему, здесь нет. Я на хвосте. Куда идем? Давай-ка вперед. Начинаем строить зону сброса. Что за дела? Начинаем строить, естественно, оборонительные редуты. Уже идем. Потому что в скором времени у нас тут будут серьезные неприятности. Все закончено. Стороны атак GLA. Я на работе. Нас разнесли ремонтный завод уже. Лучший боец. Хорошо. Заходим внутрь. Нужна доставка, генерал. Готовимся к модернизации завершена. Как GLA не атакуют, но атака безусловно готовится. Просветим, где у них тут база. Вижу их головную базу. Пытаемся ее расстрелять. Сразу же. Подразделение потеряно. Что за дела? Отличное место. У меня ракетница готова. Будем улучшать. Подразделение потеряно. Вышку одном потеряли, и нужно отступать из города, потому что GLA разворачивает атаку, командчик пригодится на базе. Отходим, отходим на базу срочно. Танк. Хочу взорвать чего-нибудь. Уже идем. Укрепляемся. Подразделение здесь. Подразделение потеряно. Есть работа для меня. Сделано в США. Пистота открыта. Воздушное перекрытие пути. Перекрытованные системы в порядке. Подразделение потеряно. Бартон пока что. Давай, Ло. Жив. Давай-ка вперед. Лично один дроид потеряли, но они потеряли самоубийцу. Модернизация завершена. Подразделение потеряно. Итак, теперь нужно просто планомерно их выпилить. Все это дело займет достаточное количество времени. Атаковать через город танками невозможно. Ну, точнее, возможно, но пока лучше этого не делать. Подразделение потеряно. Мы теряем кучу войск, а потом еще от GLA-то нужно отбиться будет. Будем улучшать. Отличное место. Новое строительство. Здесь ставим тоже огневую начать точку. В общем, оборона у нас будет такая... Воздушное перекрытие. Очень плотная. Подразделение потеряно. Что там у тебя? Отлично. Бартон получает вторую лычку, но пока я не атакую. Разносим у него командный центр. Танки сейчас начнем создавать, безусловно. Но в основном в этой миссии нужно атаковать все-таки авиации.
то, что я и люблю. Потеряно. Захвати здание! Чертовски я хорош! Видите, Джейлэй наступает все плотнее и плотнее, дальше атаки у них будут только нарастать. Тяжело в учении! Что-то попасть-то! Буду там, дойдем! Спокойно, Дэн! Нет прекрасно! Давай-ка вперед! У нас есть засвет, у нас есть цели, и мы продолжаем их обстреливать. Без каких-либо затруднений и проблем, разнося вас Джейлэй с дистанции. Повторяюсь, если идти в лоб, вы потеряете огромное количество войск. Зачем вам это нужно? Так, меня интересует, что вот в этой области у нас находится. Здесь казармы, кстати, у Джейлэй. Сейчас мы их и разнесем с помощью наших арт-ударов. Тут еще и две. Подразделение потеряно. Заминированных бочки. Отлично. А у нас, кстати, сумели они разнести каким-то образом огневую точку и бульдозер. Вот вам их бабушка, как говорится, Юрий в день. Так, дроидов пока остановим. Да идем на работу. Что там у тебя? Остану, чего надо. Бартона отправлять одного очень опасно. Знаете почему? Потому что весь город заминирован, и он может навернуться сразу на мину, на растяжку Джейлэйскую, и отбросить концы. Ну что ж, давайте строить завод и уже делать танки. Естественно, паладинами мы будем атаковать, одной авиацией мы очень долго будем их долбить, Джейлэй отстраивается. И сдаваться совершенно не собирается. Авиация на связи. У меня ракетница готова. Еще проекты? Подразделение потеряно. Самолеты на авианосце бесконечные, насколько я предполагаю. Поэтому можно без проблем их использовать. Сколько бы их не было сбито, это не важно. Свечиваем. О, у них тут есть черный рынок, давайте-ка его разнесем заодно. Ну вот, собственно говоря, полдела сделано, основная часть их базы уничтожена, нам теперь стоит просто подкрасться к ним и добить. Есть что нести? Кстати, они сумели сбить команч, соответственно, их зенитки отковали. Нужно глубже вставать. Продолжаем обстрел, планомерный, методичный, я бы сказал. Академичная будет победа. Дистанционная война, то, что любят делать США. Они никогда практически не идут на контактный бой, заметьте. Не потому что они боятся, а потому что они пытаются минимизировать потери среди своего личного состава. Американская армия на данный момент одна из сильнейших в мире за счет высоких технологий. Может быть, не за счет боевого духа, но технологии, согласитесь, у них одни из лучших в армии в мире. Ну, наряду, конечно, с российским военным сектором и военной промышленностью. Итак, Бартона направляем вперед. Значит, в город нужен беспилотник, куда-то вот в этот район, чтобы подсвечивать все мины. Ух ты, вон их сколько стоит. Вот если бы я здесь побежал, Бартона сейчас бы просто бы разнесло бы. Сохраняем свободу. Замечательно. По-моему, беспилотник уничтожило. А, нет. Не уничтожило его взрывом этих вот бочек.
Что за здание остались у Джилы? У него остался завод. Казарму, да, они продолжают отстраиваться, но это им не поможет. Все-таки нужно вводить туда танки, иначе миссия может затянуться крайне на длительный срок. Есть угроза, чего от меня надо? Что за дела? Ставлю стратегический центр. Я на работе, сохраняю свободу. Кто ранен? Готов. Подбросить! Отличный пробег! Нужно разместить беспилотники по городу. Да, подсвечивать все-таки все вот это вот окружающее пространство. На предмет мин. Видите, сколько их тут на каждом шагу натыкано. Подразделение потеряно. Здесь как-то нас там не бартон или грохнут. А, нет. Это кого-то из пилотов, которые с самолета со сбитого остались. Скат ползет, сейчас мы его по-быстренькому и оприходуем. Давай-ка вперед! Выстрелить ему не удалось. Буду там. Что два байта? Давай-ка вперед! Все про это? Спокойно же! Я здесь! Посмотрим, из какого ты места! Научить хорошим манерам! Бартон получает свою третью улычку! На этом работа пока закончена! Что там у тебя? Чертов, я хорош! И продвигается дальше, вглубь вражеской базы. Просветим, что у нас здесь. Тут я никаких мин не вижу. Но нужно быть все-таки на чеку. Спокойно, Дэ. Да, достану чего надо. Давай строй. Отличное место. Я здесь. Ну да. Все будет чисто. Не готов и выдвигаемся. Пойдем через центр, там уже все проверено. Разводить! Подразделение потеряно. Забирай с собой снайперов. Все закончено, могу зайти. Уже иду. Еще один просвет нужен. Так. Как мы сможем подняться к ним на базу? В принципе, можно пройти вот здесь. Тогда беспилотник сбрасываем сюда. Да, много мин на пути у нас. Подразделение потеряно. Но им не остановить демократию. Вестников демократии. Есть угроза. Вот еще одна здесь у них стоит своеобразная растяжка. В принципе, дроиды подсвечивают. Подразделение потеряно. Так, у нас здесь еще и... Идем назад. Подразделение потеряно. У нас куча растяжек. Ну, мы практически добрались до их базы. Сейчас ее уничтожим. Сбрасываем еще один беспилотник в этот район. Вроде бы мин на самой базе я не вижу. Новая броня установлена.
Отлично. Авиация на связи. Подразделение потеряно. Подразделение потеряно. Подразделение потеряно. Ну, мы прорвались. Теперь дело за малым. Они продолжают отстраиваться. Правда, это им уже не поможет. Так что у нас на базе происходит. На базе все в порядке. Продолжаем спамить паладинов. Вижу все. Ну и вторым отрядом выдвигаемся туда же. Вышел на позицию. Сохраняем свободу. Готовимся к вылету. Разносим здесь укрепленные редуты. Возможно, придется через этот регион еще прогуляться, потому что не все здания мы у них здесь уничтожили. Сохраняем свободу. Подразделение потеряно. Сумеет ли Бартон пройти мимо всех этих минных ловушек? У меня вот вопрос. Сохраняем свободу. Чертовски я хорош. Достану, чего надо. Давай-ка вперед. Нет преград. Сохраняем. Подразделение потеряно. А нет, вот Бартону установили сюрприз, видите? То есть разраб предполагает, что здесь можно пройти. Ну ладно, он здесь уже, в принципе, особо не нужен. Так, где у него еще могут быть войска? Гипотетически, здесь ничего у нас нет. Возможно, он сумел отстроиться вот в этом районе, потому что... А может быть, даже это последнее у него здание. Сейчас посмотрим. Нет, здание не последнее, потому что это еще не конец. Это еще не конец битвы. Смотрим. Да, вот его последнее здание, и мы его уничтожаем. Снова он здесь поставил свои бочки. До свидания. Вот она победа. Мы победили. Демократия установлена. Ну, в принципе, это была дистанционная война. На базу мы ворвались танками, но можно было и не входить, можно было его разбомбить с дистанции. По сути, ничего бы это не изменило. Только бы время потратили мы больше минут на 15, на 20. Ну, а вот результаты на ваших экранах. 90 подразделений создано нами. GLA создали 159. Естественно, они создают обычно больше войск, чем американцы. Они более дешевые и многочисленные. 183 они потеряли, мы 96. Войск уничтожено 198, 25 у них. Здание построено 14, у них 12. Я потерял одно, они 14, 38... Зданий уничтожено, они у меня одно. Ну, тут вместе с минами вот с этими считалось, поэтому цифры так разнятся. Ну, ресурсов я собрал 59 тысяч, а не 57-130. Вот такая вот была вторая миссия. На мой взгляд, она была, естественно, сложнее, чем первая. Первая была совсем уж ознакомительная.
Ну, если вам она понравилась, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, оставляйте под видео свои комментарии. На сегодня все, увидимся в следующих эпизодах, с вами был Крестоносец, всем удачи и до новых встреч, пока.